Ребят, мы сегодня добрались до Гербера. Это Гербер, нож скаут от всеми известного человека Беар Гриллс. Давайте рассмотрим, прежде всего, как он комплектуется. Он идет в блистере, вот так вот мы его заранее вытащили. Здесь есть краткая инструкция. Нож позиционируется как для выживания, да, прежде всего. Ну, тому название его в честь Беар Гриллса. Попробуем эту бумажку тоже вытащить. К сожалению, заранее не сделали этого. Вот возможные, как говорится, методы его использования. Ну да ладно, это не очень интересно. А интересно, как он выглядит, как он устроен и каков он вообще на ощупь. Нож, прежде всего, очень легкий. Здесь вообще по нему очень мало инфы. И по Герберу в целом, залазишь на официальный сайт, там длина, ширина и, как говорится, в лучшем случае марка стали. Но рукоять здесь заявляется как полиамид. И в отличие от такого привычного термопластика, здесь идет сочетание вот прям такого пластика твердого, что образует больстер или гарду, можно сказать, и задник. А вот средняя часть, она такая прям вот цепкая. Что-то кротоноподобный эластрон, ну, если сравнивать с распространенными материалами. Замок здесь бэклок, все стандартно. Вот сюда он складывается и фиксируется. Единственное, в сложном состоянии мне показалось, что у него есть такой, ну здесь в принципе немного пространства, но у него такой вот ход имеется. Но стоит разложить, здесь никакого люфта абсолютно нет. Два шпенька под правую и левую руку. Не нашел инфы по обработке клинка. Судя по всему, оно вот с виду напоминает оксидированный клинок. Да? Чаще всего это black оксид, но здесь у нас вот такой вот он серый. Режущая кромка, она наполовину в серрейтере или так называемый полусеррейтер. И такая кромка хороша для более крупных ножей, когда имеет смысл брать полусерейтер. Но здесь нож не самый маленький, и вполне возможно, здесь этот вариант тоже будет неплох. Шпеньки под правую и левую, повторюсь, ну, в принципе, неплохо он из корпуса извлекается. Не супер механика, но замок бэклок, поэтому здесь не до этого. Насечки по обуху переходят в основание из корпуса на клинок. Здесь есть какой-то номер, судя по всему, это с производства. И гравировка, что это Beer Grills. Клипса, она на постоянном местоположении. Давайте сложим, чтобы не порезаться. Она на постоянном местоположении с довольно-таки глубокой посадкой. Надежная, хорошо фиксирует. И вот есть такой изгиб, с помощью которого легко сажается на карман. Давайте мы его будем мерить, потому что нам и самим интересно, его замеры нам важны. Общая длина 185, нет, 187 миллиметров. Длина клинка 80, если до корпуса, если до шпенька, то тут остается практически сантиметр крадется до шпенька, вот 70 миллиметров. Что по обуху? У нас получается 2,7. Ширина клинка, давайте вот здесь посередине прям померим, поскольку здесь у нас полусерейтер, там, где начинается плейн, 24 миллиметра.
Толщина рукояти. Здесь клипса мешает. Давайте снизу. Ну, где-то получается 12 миллиметров. Ширину мерить не будем. А самое главное, мне кажется, преимущество у этого ножа — это его вес. Весит он уж точно по ощущениям меньше 100 грамм. Давайте посмотрим, насколько меньше. Вот у него 74 его вес. И это очень-очень комфортно. Цепкая рукоять, относительно бюджетная модель. На мой взгляд, своих денег стоит. У кого есть такой нож, просьба отписаться. Ну, а мы, надеюсь, были, как всегда, информативны. Особенно по вот этой модели, которую нигде не найти с точки зрения параметров. Всем спасибо. Пока-пока.